Цетозия библис. Филиппинская бабочка с одним из самых сложных узоров крылышек. Название бабочки переводится как «книга». Благодаря ее ярким краскам и утонченным узорам, напоминающим арабскую вязь. У самцов крылья ярко-оранжево-красные, обрамленные черным контуром с белыми пятнами. Крылья самок серовато-бурые, с черными пятнами и белыми полосами. Из-под крыльев покрыт изящным оранжево-бело-черным узором. Размах крыльев 60-80 миллиметров. Ареал обитания – Индия, Пакистан, Бирма, Малайзия, Индонезия, Филиппины. Активность утренняя. Бабочки и гусеницы ядовиты, так как гусеницы питаются ядовитыми листьями страстоцвета и накапливают яд в своих тканях.